С вами регулярно ВКонтакте находимся по всем вопросам двухсторонней повестки и по региональным проблемам. Тем не менее, вопросов всегда много. Это очевидно с учетом интенсивности нашего диалога. Я в начале нашей беседы в двухстороннем таком формате хотел бы отметить, что у нас за прошлый год все-таки мы наблюдаем приличный рост товарооборота, инвестиции продолжаются. Мы продолжаем работать активно совместно в деле урегулирования карабахской проблемы, там уже в трехстороннем формате вместе с нашими партнерами из Азербайджана. Ну, вопросов очень много, я рад возможности встретиться с вами вдвоем и поговорить по всему этому.